Ёшкин ты кот. Алло, Скретчи, ты где? А, чего говоришь? Где ты? Ты чего? Скретчи, я? Тут этот. Бобби-обнимашка. А тебя не смутило, что у тебя зеленые уши на башке, а? Дундук ты. Погоди, уши не видела, рука, да. Ёшкин ты кот, я заяц. А ты не заяц. Погоди. Я Мишка. А почему мы с тобой эти зверята, если... Не поняла. Я же зашла в обычный Майнкрафт. Почему мы стали такими? Слушай, это твои проделки. Твои проделки, признавайся. Да никаких моих проделок. Ты что такая быстрая-то? В смысле? Вообще быстрая. А я медленный. Так погоди, потому что я заяц. Погоди, а прыгаю? Я и прыгаю высоко. Нет, прыгаю я по-обычному. Нет, тебе нужно присесть и пум-пум. Ну-ка. Чё, ты меня, походу, развел. У тебя уши обрезаны. Но ты это, но ножные мышцы напряги, вот так вот и пам! Ножные мышцы? Может быть, булочки? Ну-ка. Слушай, Скретчи, откуда... Это твои проделки, чертила, признавайся. Ты да откуда нет! Откуда ты знаешь, как работают все кнопки? В смысле? Откуда ты знаешь, как работают все кнопки, чертила недоделанная? Так мы же рисовали этих персонажей. Ну, Бобби не рисовали, а вот этого рисовали. Ладно, отмазался. Ты мне лучше скажи, и что нам теперь делать? Если уж мы с тобой эти самые зверята, то... У меня есть морковь, скажите, у меня есть морковь. Погоди, не поняла, почему я урон вообще не получила, а ты получил? Ты чертила! Ну, прости! Ты такой сильный. Я сильный? Ну-ка еще раз. Не, слабый. Все, пока, я ухожу. Я мухожук. Нет, ты не мухожук. Ты этот, Бобби обнимуха, а я кролик. А почему смотри, я кролик? Смотри, я сердечками. Пукаю радугу. Где пукаешь радугой? Показывай. Да, неважно. Пойдем, нам нужно проходить Майнкрафт. Блин, а ты можешь меня взять на руки и вот туда упрыгать? В принципе, давай попробуем. Подожди, мне надо бесплатно. Дали, нет, только не воду. Я боюсь воды, я поплыл. Что ты боишься? Ты ж не котик, давай. Смотри. Ты видишь, что у меня в руке? Видишь? А ты не смерть, я. Откуда он у тебя? Все, попрыгали. А где вдали? Дай. А ты морковку мне дай. Ну я ж кролю. Ты мед любишь. Какой мед? Я не люблю мед. В смысле? Ты кто? Правильно. А зачем ты мне дал тотем? Тебе не жалко? Это мне, правда? Нет. Смотри, я могу обнять свинюшку. Смотри. Ты ее захавал. Нет, я ее сжал, и она... Ты видишь, как она сжимается, когда я ее сжимаю? Скретчи, я ненавижу, честно, ночь, поэтому я хочу по-быстренькому сделать нам какое-нибудь укрытие. Что-то типа обеда. Обеда? Ты чё? Ты чё повторяешь через видик? Мы одновременно сказали, ничего я не повторяю. Ну ты чё такой агрессивный? Чё ты постоянно дерёшься? Всё, я быстренько нам делаю что-то типа лачуги. И всё. Спим, давай, займись кроватью. Не будь бесполезней, чем как ты любишь. Сейчас займусь кроватью, не переживай. Тут как раз таки куча овец. Давай, Скретчи, давай. Я сейчас быстренько закончу с домом. Мы с тобой поспим и пойдем на интересные прогулочки. Ну ты, конечно, и долго, Скретчи. Я почти... На. Что? Ты даешь там... Мне типа все крафтить, да? Ладно, окей, хорошо. Нет, я сам могу скрафтить, но я буду рад, если скрафтишь ты. Я тебя не на... Нет, погоди, я тебя люблю. Понял. Ага. Смотри, что я сделал. Смотри, какая красота. Ну-ка. Ёшкин, ты кот, что наспамил? Чтобы у меня компьютер взорвался. Пойдем, спамер. Фласка! Что это? Слышь, ты полезнешь. Скретчи, когда я говорю... Бесполезнее, что я так, ну, по приколу. На самом деле, тот еще полезнее. Бам-бам, две кроватки есть? Давай, спать. Блин, я сделала. Бирюзовые плитки зачем-то. Все. Ну ты долго еще будешь спать? А вообще-то ты спишь, прохлаждаешься. Давай, вытаскивай нас из этой конуры. Я старалась, тащи берега, попутал, чертила. Так, хорошо. Из этого особняка. Правильно. Знаешь, что я тебе скажу? Зачем нам алмазы, если мы с тобой, как бы, слишком крутые? И нам не нужны инструменты. Хотя нет, кирка, наверное, только нужна. Ой, я могу хилить. А кирка нам нужна, потому что мы не сможем с тобой... Мед, хочешь меда? Давай. Знаешь, как улей крафтится? Зачем пчелу утопил? Да она сама утопилась. Короче, ну, давай. Более сложно крафтиться. А что там надо? А, я вспомнил, Скретчи, там эти, каких там, вот эта вот штука нужна, из ульев добывается. Соты. Да, именно они. Поэтому сегодня мы будем выживать без твоего любимого меда, хоть ты и Михалыч. Ну там всего лишь-то ножницами улей подстричь. Да ты куда убежал? Такая быстрая, это я медленный тут. Так ты найди улей. Ты когда успел по башке получить? Я не получал по башке, тебе показалось. А это персим. Погоди, а что у тебя стрела чисто какие-то, как... Показывает, в какое направление ты смотришь. Че, реально? Да, ты что, не видишь стрелу? А нам нужно на юг, это вон туда. А что ты такой ватный? A few moments later. Скретчи, я хочу хавать. Нам нужно с тобой обеспечить себе еду. Не-не-не,
Аида, ща. Вор, подбирай. Погоди, они меня хилят? Нифига себе. Да? Да еще. Все, вовсе не хочу. Ща мне тоже надо поесть, сейчас свои же. То есть, грубо говоря, ты бегаешь, кикаешь сердечками, а потом их хаваешь, да? Это у тебя круговорот в организме, да? Иди, свинюшка, я тебя обниму. Давай я тебя обниму. Ты какой милый, Мед выпал, мед! Ну так ешь с кайфом. Это тебе дали за мед? Нет, это ты меня на ручки взяла. Ну-ка, что из тебя еще интересного выпадет? Ничего не выпало, давай еще раз. Я видела, давай еще, давай, мне. А потом еще раз. На, ладно. Не, это хлам, дай. Ты знаешь, что я хочу. В смысле, так вот это и выпало. Я видела, что у тебя в руках, у тебя было тинти. Дай. Какой тинти, не было? О, дай. Считаю до трех, один. Обмен. Два, три. Еще раз подойдешь, я буду так же до трех считать. Возвращайся, иди сюда, Скретч, иди сюда, я за тинти буду драться. И буду беселиться. Ты что тут уже делаешь? Убегаем. Блин, а ты ж мои сердечки будешь подбирать и ускоряться. Да ладно. Отдаю тебе весь, который выпал. Одну сейчас даст, проверяйте. Или пять. Одну дам. Так одна выпала. Да. Ладно, мне и так хорошо. Иди сюда. Что там? Ну? Две подзорных трубы. Кайф. И тебе, и мне. Ножницы, тотем бессмертия, и меч алмазный. Там у тебя еще кое-что было. С рэба ранено, да, правильно. У тебя такое лицо тупое, когда я говорю еще кое-что, и ты такой... Ладно. Но вначале... Так смешно, я тебя бью, ты пшикаешь. Я тебя сейчас пшикну, все, поперли. Смотри, что дали. Вилку. Я тебе что, такси, что ли? О, смотри, терракотовый этот, биом. А что тут интересного можно найти? Пещеры, да. А тут есть деревни в терракотовых деревнях? Ой, господи, биома. Так зачем? Мы можем свою деревню сделать в терракотовых деревнях. Кстати, ты прав, ну да. Да это не я был. Как думаешь, если что-то случайно рванет? Ты на кого подумай? Ты где? Ладно, все. Два сердечка, чертильник ты! Да это не я тебе попу ставлю. Нет, вилка моя! Сбегай, пожалуйста, прыгай. Сбегай, пожалуйста, я тебе сегодня посыльный, я тебе сестер. А ты что, подобрать не сможешь, меня забыла. Ну это трэш, я жрели не смогу, ну ты гений просто. Сбегай, забери. Я тебе сейчас заберу. Иди сюда. Меня надо взять. О, золотые яблочки дали. Иди сюда, бесполезней. Давай. Я с тобой прыгать не могу, еле прыгаю. Давай. Вилка! Ну ты дундух, что ли? Давай, все, давай строить. Блин, а ты блоки умеешь брать, у тебя крутые способности, но у меня круче. У тебя крутые, но у меня круче, ну ты конечно да. Поперли, давай с тобой подумаем, где будем. Давай где-нибудь в каньоне, а? Давай. Не-не-не, это мне надо. Будешь хранителем алмазов. На, меч тебе, будешь драться. И ножницы, на, подстриги уши. А ты бессмертие будет у меня, потому что у тебя уже есть. Правильно, потому что у меня уже есть. Давай. А если бы тебя темп прокекал я? Все, я обиделся. Да на что ты обиделся? Давай строить хату, давай прямо вот тут. Вот прямо вот тут, мне кажется, идеально будет. Ну, как тебе, вот здесь. В горе? Прям в горе? Да, вот тут, ну. Можно. Слушай, хорошая идея, мне нравится. Вот тут будет вход, у нас будет вход в два блока хоть. А мы в один проходим? Ну-ка, дай затестить. Мы не проходим в один блок, Скретч, это капец. Ну, да, может, дело уже, блин, километровые. Арили, слушай, они почти в два блока. Ну-ка, ты проходишь, давай, иди в дырочку. Нет, не пролажу. Ну ладно, давай тогда что-нибудь Ты чё? Отойди ща быстренько, я... Уйди. Дай, я тоже хочу. Ну куда у нас так, дырка уж большая, ну то закладывать придется. Я пой... Ну ты дурачок. На, ребята, поставьте лайк за мучение Скретчика. О, кстати, ёшкин ты кот, Скретчи, забыла, что сказать-то. Ё-моё, там же это, коллекция. Ты откуда? Оттуда. С неба упал. Вот он, падший ангел, как он выглядит. У нас, кстати же, вышла коллекция с улыбающимися зверятами. Ладно, не с улыбающимся, а с котиком-дремотиком. С одним зверьком. Да, один зверек, это котик-дремотик. Вот. Так что, если что, ссылочка в описании, там куча всего. Ну, можешь разрекламировать, если есть что сказать. Либо, если нечего, так скажи. Майка с котиком-дремотиком и Скретчем просто бомба. Ладно, с Флаской тоже ничего. Нет, это ты ничего. А вот я просто пушка-бомба получилась. Можете посмотреть. Ну и что ты сделал? Для дома вполне неплохо. Так ты в курсе, что нам сейчас выравнивать это все? Ё-моё, давай другую дырку сделаем. Ладно, давай другую дырку. Какую? Вот тут? А я так высоко не прыгаю. А куда? Давай тут дырку сделаем. Или ты не хочешь тут? Вот тут прям. Вот это вход будет. Типа это, веранда. Давай, возвращаю. Ну что, поперли.
Кто? Ну как ты помираешь, я не понимаю, ну рейнджаж большой. А-а-а, это в нас. У нас какая-то жопа сутулая стреляет. Шея его, подожди, где он? Вон он, от него слиток испугался. Остался. Испугался меня. Да, он тебя испугался и вообще уплыл со скоростью света. И этот слиток не с него выпал. Фласка, оставьте вентиль, подожди его. Ну давай, ну давай. Вот опять какую-то фигню неинтересную придумал. Ну, и чё? Я просто хочу поносить, давай, иди. Кого ты хочешь поносить? Да, давай делай дом и выравнивай тут все. Я недоволен. Сейчас будешь доволен. Слышь, выравнивай, выравнивайте тут. Давай. Че там? Че там? Ой, он надулся. Ну все, короче, жопа, сейчас рванем. Дай подберу. Да почему я помер опять? Ну потому что не успел подобрать. Ты говоришь, дай подберу. Я его поставил и что-то не подобрал. Скретч, что, обманул меня? Сказал, подберу. Где? О, повезло, что в воду упал. Я думала, все. Рип, скретчивай. Сейчас помрет. Давай, закладывай дырку. Плохо выравниваешь. А? Плохо выравниваешь. Нормально я выравниваю, потому что я соло это делаю. Ты помоги, и все будет хорошо. Вот, смотри. Блин, нам еще надо вглубь, а? Давай. Опа, опа. Вот так нормально, думаю, будет, да? Шикарно, фласка. Просто прекрасно. Только я тебе о чем говорю. Я профессионал в третьем поколении. Правда, у меня этих блоков мало. Опа, опа. У меня много. Все, собираем, доделываем. Во! Идеально. Дом готов. В смысле, дом готов? Мы чё, прям о, вот... вот здесь будет, сейчас, подожди, вход будет вот здесь, вот так вот. А, я уже думала, мы с тобой чисто как львы какие-то будем в пещере жить. Ну так, пещера это пещера, но мы ее оборудуем внутри, будет красота, вот это хоромы, а. Ну, поподними меня на говорю. Руки, дерево нужно. Дерево нам надо, в смысле, у меня есть 4 хоть. На руки. Ну, давай, что-то интересное выпадает. Да, давай буду выкидывать. Ну, еда это, конечно, хорошо, кирка нам не нужна, кирка тебе нужна, я-то блоки умею брать. Да, да, буду я сейчас киркой все добывать. Ну нет, давай помогу, давай помогу вот так по-быстренькому. Нет, ну слушай, хором-то нормальные получились. Только нужно стенки выровнять, потому что кривые. Чего ты не доделал там? А потому что у меня блоки закончились на тот момент. Сейчас доделаю. В дырку запрыгну, да ёшкин кот. У тебя тоже закончилось? Нет. Ну так, идеально. Во, во. О, Кирф, ты мир. Какая-то странная гора. Я думаю, она сразу будет подозрительная. Зыря наша это заплакала. Господи, вот, убери вот этот блок, вот этот. Убрала. Все идеально. О, да. Ладно, давай быстренько сейчас это заставим. И, в принципе, нормас. A few moments later. Ну, смотри, иди. О, вагонетка. Ну ты дурак, что ли? Ну вот что, я тебе помогаю постоянно. Ну, все, пойдем. Куда? Не понял. Она упала на меня и приклеилась обратно. Это магия в них Хогвартса. Поперли, я неподалеку видела. Руинить портал. Последний раз помогаю. Еще раз кинешь, останешься без вилки. Ну, ой, дурак. Ну. Она и кидается. Ой, дурак, все, короче, пойдем. Ловлю. Чуть не пойдем, ёшкин ты кот, задолбал. Тут руинить порт. Топор, потерялся. Все, короче, бери. В задницу сам добежишь. Я хочу руинить портал. О, господи, тут паук. Спаси, давай. Сейчас. Ладно, так же быть, я тебя... Тортик! Ну ты можешь не выставлять все под ноги? Ну ты вот меня бесишь. Я хочу по-быстрому добраться уже. Куда? Куда надо. A few moments later. А вот и наш портал, Скретчи. Ты откуда броню взял? Выпало? Да, ты меня на руки взяла. Тут еще ботинки есть, кирки. А мне? Да. Нормально, что там? Ну-ка, штаны, как они на мне сидят? Да, тяжело. Тебе не идет. Это сердечко. Я просто доношу вещи за старшим братом или сестрой. Ага, ну, в общем, понял. Вот, немногие поймут. О! Вот это бери. Бери с уголочком, возьми. Бамс. О, сундук. О, фига тут обсидиана. Все, я забрал. О, ботинки не нужны. Не нужно, все. Давай, сейчас я быстренько вот так вот. Вот так вот. Пим. У меня больше нет. Надеюсь, у тебя хватит. Подсади. Ух ты ж маленький. Сейчас. Бамс. Опа. Так. Готово. Все, поперли. А куда мы идем? Вот. Нет, в край. О, ты только посмотри, какая красота. Ты чё, в лаву упал? Ой, дурак. Ну давай, я тебя жду. A few moments later. Ну наконец-таки ты пришел, ёшкин ты кот, я уже заждалась. О! Ты чё, это нам надо? Все, поперли. Я хочу подраться с кем-нибудь, потому что я слабая, смотри. Ты сильный. Да. Видишь, Гаста? Ну, давай. Ты мешаешься, тебя кирю. Всё, я отошла, ну. Чё-то у тебя, походу, это рейнджа. А как ты сердечками убиваешь? Слушай, это нелогично. Я сердечный приступ вызываю. Я просто в шоке, ребята, просто в шоке с этого сердечного приступа. Сердечный приступ, ты просто капец. Все, хорошо, помирать. Отныне ты будешь у меня на руках, потому что я тебе не доверяю.
А если б я разбился? Так ты не разобьешься, так ты же урон не получаешь. Я ж ноги ломаю, не ты, не? А мне этот отбивает пятую точку. Пятую точку ничего не отбивает. У меня это... забыла, как называется штуковина, но в общем... Твою кукурузу, ну. Это просто жопа скретчи. Это все твое... А у меня полсердечка было. Откуда у тебя полсердечка? Только что ж возродились. А я уже потерял. О, привет. В общем, ребята, это просто жопа. Да ты задолбал меня трогать. Еще раз ты меня тронешь, я тебе лицо сломаю, ты меня понял? Понял. Сейчас покушаем, похилимся. В общем, ребята, мы вас любим, целуем. Это просто жесть. Ну что, ну не увидела. Не увидела, вот, упала. Ну бывает, да, скрыть, сейчас по новой начнем. Куда? Я устал. Какой устал? Работать. Все, ребята, мы вас любим, целуем. Видео с вами справа очень интересное. С вами была Флочка и Скрыть. Всем удачи. Пока-пока. Пока-пока.